Всемку. Кукусь, ребят. Ну что, сегодня попробуем поиграть с вами в игрульку под названием «Затопленный мир». Здесь получается, я так понял, что-то типа рафта, раста, выживалки и тому подобное. Так, здесь есть онлайн, но я хочу попробовать сначала одиночный режим, посмотреть, как оно вообще будет. Давайте создадим игру и понять, как говорится, потянет ли мое железо, во-первых, а во-вторых, разберусь ли я в игре. Потому что я только скачал, посмотрел чисто там пару картинок, как оно все выглядит. О, булька, мы с вами приземлились. И что тут? Плыть можем, нырять. Ага. Так, нырять тоже можем. Ля, какая красота. Ты мой охотиться на тебя будем, да, потом? Моя зайка. Так вот, я же говорю, посмотрел пару картинок, чисто быстро трейлер глянул. Вроде игрушка прикольная. Не знаю, посмотрим. Почему не пошел в онлайн? Из-за того, что у меня, я так понимаю, здесь уже игроки играют нормально, и меня вынесут сразу. Так что давайте попробуем сначала выжить в одиночку на острове, а потом, возможно, когда-нибудь и запишем онлайн. Повыносим челиков. Да, по поводу графики. Вот вы сейчас смотрите, у меня стоит почти на минимал, как все. Ну, то есть график отличный. Если у вас железо позволяет, то вы просто кайфанете от этого всего. Да, и пока, мисс Крица, мы не начали, по поводу Крица записи игрульки, я уже говорил, что, возможно, иногда буду пропадать на недельку, на месяц, там, но видосы будут, так что не переживайте. Можете не отписываться, можете спокойно ставить колокольчик и ждать новых серий. Ну что, начинаем. Так, что нам нужно? Нам нужно нажать сначала на тап и посмотреть, ага, топор. Мешок, ведро... Для морской, ага, воды, хранит ласты, одежда, что это такое, хлопок, ну да, хлопка нам еще, кожаная броня, кожаный шлем, веревка, медицина, ага, строительство, фундамент, наверное, надо будет сразу построить себе гриль и построить очиститель, потому что... И посадочный ящик, да. Потому что кушать нам придется с вами много. Я так понимаю, пить тоже. Так, что здесь? Следовательский стол. Ага, хорошо. Простая кровать, простое кресло. Ящики. Ну, ящики нам тоже надо будет, наверное, сделать. Заборы, не знаю, по поводу заборов. Тут вроде есть какие-то мутанты, помимо челиков. Они, наверное, будут на нас нападать. Так что нужно будет потом смотреть. Ладно. Буду, наверное, записывать по одной серии прохождение игры в плане того, что я не буду там без вас проходить ее. Попробуем вместе от начала до конца, если получится, сделать это все. Так, что это у нас тут? Обыскать. Угу, газировка. Отлично, есть. Так, что здесь палатку нельзя, матрас тоже нельзя. А ты что у нас? Так, уточка, бинт, факел. Ну, взять все. Понял, оно разрушается. Тогда предлагаю сделать, наверное, сейчас с вами этот, как его, себе ящик, чтобы хранить там все лишние предметы. И исследовать остров. Блин, давно не записывал, так что, если буду немножечко, как говорится, тупить и молчать, то сори. Уже отвык слегка. Так, давайте нарубим дерево. Надеюсь, что в дальнейшем игра тоже лагать не будет. И у меня все потянет. Ну, то есть, когда я буду там дальше строить, либо плыть куда-то на те вот острова. Как вы видите, нужно будет исследовать. У нас тут с вами есть мини-карта. Вот мы тут находимся на острове. А нам нужно будет с вами, вот видите, сколько мест, поплавать. Предлагаю, наверное, знаете, закончить выживание на том моменте, когда я типа скажу, что все, я могу на этом острове выжить, у меня есть еда, вода, оружие и хоть какая-то там лодочка. Ну тогда, я не знаю, тогда можно будет заканчивать с этой игрулькой. Может это будет через 4 серии, а может через 44. Блин, ну серии 15 где-то я, наверное, хотел бы записать. Я обожаю такие игры. И вроде ничего такого новенького я и не нашел, чтобы можно было поиграть. Так, новая жизнь. Я оказался на пляже,
Збившись головной болью. И никаких воспоминаний, кроме тех, что меня пытали в темной комнате. Выживание сейчас моя главная цель, но у меня ничего нет. Я буду искать материалы вокруг, чтобы построить укрытие и инструменты. Кровать для сна и что-нибудь, чтобы утопить голод. Тоже хорошо, хорошо, отлично. Отлично, отлично. Так, давайте, наверное, еще нарубаем, нарубаем, нарубаем и построимся на ящик. Только я не знаю, ящики строить нам с вами на земле, либо сразу построить себе фундамент. Вот это я думаю. Так, а где мы будем строить с вами нашу базу? Давайте, наверное, возле этой скалы, да? Сзади возле скалы ничего нету вроде. Сейчас надо будет посмотреть. Так, по поводу остальных игр, других, не знаю, по поводу прохождения, я-то скачал пару штучек, но еще, если честно, то не проверял, как они там себя будут чувствовать. Будут ли они вообще работать. Да, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Потом сплаваем, подобываем с вами материалы. И, как говорится, в общем целом, напишите мне потом в комментариях, как вам игрулька. Будете ли вы ее смотреть? Много-много серий. Так, давай, наверное, куда-то вот сюда, да? Где наш домик? Так, деревянный фундамент, деревянная стена, окно, пол. Ага, опора, деревянная лестница, окно, дверь. Так, а деревянный пол может быть построен только на опорах. Деревянная опора, если мы поставим... Ага. Деревянные опоры мы сможем поставить только на фундаменте. Правильно я понял? Так, давай сюда. Давай сюда и давай, наверное, тебя куда-то... Куда-то вот сюда. Так, ровненько хочу. Хочу, чтобы было все ровненько. Да, давай, наверное, раз, два, три, четыре. Так, деревянная стена. Что мы тут сможем стенку поставить с вами? Сможем, но она будет закрываться, да? Она, в принципе, не принципиально. Главное, что она здесь ставится. Так, а давайте попробуем поставить стеночку. Ага, и поставить с вами деревянный пол, либо деревянная крыша. Деревянную крышу сможем поставить? Что оно такое? А, понял. Понял, не можем. Ладно, давайте смотреть. Деревянный пол тоже, да, не можем мы сюда поставить. У нас же где-то вроде стеночка тут была. О, окейшки, окейшки, если мы тебя поставим. О. Блин, строю первый раз, так что если буду сейчас тупить, вы уж извиняйте. Нужно, кажется, сначала совсем разобраться. Так, только плохо здесь лестницы нету. Плохо здесь нету лестницы. Это вот печалька. Так, давай стеночку сюда. Стеночку сюда. И, наверное, стеночку сюда. Как-то, да? Все, отлично. Отлично. И деревянный пол. Так. Блин, ну сюда его нельзя поставить. Это нужно только опоры ставить. А зачем нам опоры? Чтобы делать типа второй этаж. Так, деревянное окно, деревянная дверь, деревянное окно. Так. Алло. Можно, можно мне деревянное окно? Не, не хочешь? Странно, странно. Ладно, будем разбираться. На крайняк, я думаю, мы все это снесем с вами, если мы сможем. Так, так, раз сюда. Ага, и не можем, да, больше? Два сюда. Три сюда. Так, давайте смотреть. Так, отлично. Шикарно. Замечательно. Ой, кривенько, косенько, все неровненько. Так, сюда сможем еще поставить? Так, можно мне перевернуть его как-то? Не, алло, игра.
Пусти. А переверни, пожалуйста, мне. Раз. Два. И сюда. Дай. Ага. Не могу, да, построить? Так, раз. Не знаю, правильно ли я это делаю, походу нет, но изначально первая база пусть будет такая. На крайняк потом мы с вами сможем отправиться на другой остров и построить нормальное себе укрытие. Правильно ж? Правильно. Тем более мы тут одни, никто не видит, как я строю на острове. Так, давайте, наверное, соберем сейчас еще дерево. Построим сразу, наверное, у нас там этот, как его... ящики. Построим ящики. А потом уже займемся всем остальным. У нас, ну видите, впереди есть острова. Не знаю, может получится какой-то занять побольше остров, чем этот. Повкуснее. Просто мне здесь изначально нужно сейчас построить себе костер, гриль, чтобы я мог себе добывать еду. Ну тут лестниц нету, тут приходится запрыгивать. Вот это вот меня бесит. Тут есть, конечно, вот такая вот. Где она? Ну вот лестничка, но... Ну все. Так, деревянная крыша. А как крышу? Ага, я могу даже сверху крышу поставить. Я мог даже вместо пола себе крышу, да, поставить? Я здесь могу себе крышу поставить. Ладно, посмотрим, если будет протекать. Если будет протекать, поставим туда крышу. Так, давайте смотреть. Что нам строить? Деревянный сундучок. Деревянный сундучок. Давайте мы, наверное, с вами куда-то красивенько его так. Чпунька. И... Стой. И чпунька. Правильно? Правильно. Все. Так, взаимодействовать. Уточку мы сюда. Что это у нас? Семена... Куста тоже. Клубнику, да. Давайте, наверное, выпьем. Газировочки выпьем одну штучку. О, хорошо. Голод. Голод пока месть вроде нормально. Так, баночку, баночку. Грибочки. Червячки. Надеюсь, у червячков нету срока годности. Что-то у нас такое травяное лекарство. Ага, отлично. Бинт. Не, бинт нам пока не нужен. Факел нам пока не нужен. Давайте смотреть, что мы еще можем с вами тут сделать. Давайте, наверное, достроим с вами мы Диано. Достроим стеночку. Блин, единственное, что не могу понять, как сносить это все. Неужели мне нужно будет потом его просто руками долбить его или как? Тут же должно быть как-то, типа... снести постройку либо не или нет или да я же задолбусь, да? Ага, а я задолбусь тебя ломать. Ну ладно, тогда предлагаю, знаете, как сделать. На первом этаже я расширю, потом где-то вот до сюда примерно, где-то вот до сюда расширю себе дом. А на втором этаже, не знаю, что-то придумаем. Может, там что поставим, а потом уже крышу сделаем. Так что давайте смотреть дальше. Строительство, строительство. Да, простой гриль. Простой очиститель. Призабуду морскую воду в пресную. Мне нужно что? Мне нужны компоненты. Их искать я без понятия. Так, мне нужна ткань, металлолом, простой гриль. Ладно, давайте, давайте нырять, давайте смотреть. Давайте отсюда начнем. Давайте поплаваем, мало ли, может мы с вами что-то и добудем интересное. Если не ошибаюсь, там вроде бы даже можно делать себе кислородный баллон. Так, отлично. Блин, какая все-таки красота. Реально. Реально игрушка красивая. Оник есть, отлично. Так, давай всплывем, воздуха наберем и еще поплаваем. Как я и сказал, я, наверное, буду просто записывать, как я выживаю здесь. Без всяких склеек, монтажа и так далее. Там посмотрим.
Так, что это у нас тут? Ага. Окей, нужно топором поработать. Все, забрали, да? Насколько я понял, прочитал описание игры, то мир затопило, ледники растаяли. И затопило мир. И мы с вами остались вместе с героями, остальными, которые здесь есть, выживать. Игрушка мне напоминает фильм «Водный мир». Кто смотрел, тот меня поймет. Так, давай снизу посмотрим. Только не знаю по поводу компонентов. Что такое компоненты и где их искать. Не придется ли мне плыть на другой остров, так сказать. Смотреть. Так, забрать все. Все, отлично. А вот и компоненты, ребятушки. Вот и компонентики. Так, что у нас по поводу инвентаря? Полный, да, полностью? Так, интернет еще есть. Так, главное теперь не забыть, где наш остров, потому что я парень простой. Могу, как говорится, и забыть, где наш остров находится. Так, смотреть. Ага, но еды нам дают нормально. На начальном этапе даже какие-то таблеточки. Вот я смотрю, дали. Так, вроде бы все, да, обыскали, кроме этого вот ящика. Сейчас попробуем поплыть домой. Построить себе очиститель воды. Посмотреть, что из этого выйдет. По поводу инвентаря. Ага, полный. Так, зато у нас досок. Куча. Хочу посмотреть, что в этой машинке есть. А, инвентарь полный. Металлолом. А, Арчи, всплывай. Ладно, к тебе мы еще вернемся. Поплыли. Так, нужно будет построить опреснитель воды сразу же. И гриль какой-то, чтобы мы могли с вами готовить там либо грибочки, либо рыбу. Так, строить. Давай смотреть. Мы можем построить с вами простой опреснитель, да? Да, ага. Отлично. Это мы будем делать с вами... Как думаете, делать на первом этаже, либо на втором? Поставить лестницу и делать опреснитель на втором, там, под крышей. Так, а можно мне как-то... Как-то это, чтобы это все было... Может, как-то так? Как думаете? Думаю, как-то, да? Как-то чпуньк. Отлично. Так, давай смотреть. Добавить воду. А, пить воду. Взять воду. В интерьере нет пустой бутылки для воды. Ага, ага. А не все так просто, да, оказывается. Ладно, давай построим тогда с тобой ящик. Ящик поставим сюда. Я так понимаю, мы будем здесь с вами выращивать что-то. Но для этого, наверное, нам понадобится второй этаж. Да, давайте, наверное... С вами возьмем лестничку. Деревянную лестничку. Получится ж. Чпоньк. И... Чпоньк, да? Все, правильно? Так, оно. Да, отлично. И теперь все то же самое. Блин, только единственное, если кто знает, подскажи мне, пожалуйста, как мне сделать так, чтобы я мог разбирать вот эти вот вещи. На какую кнопку? Потому что я еще как бы да. Так, строить. Ага, не могу строить, мне не хватает дерева. Блин, и темновастенько, темновастенько. Можем ли мы здесь построить с вами что-нибудь? Хотя у нас с вами есть, смотри. Использовать, да? Ага, ой, ой, как все ужасно. Ой, как все ужасно. Ну ладно. Хотя бы пусть пока мест. Так. Это я посажу потом семена в эту корзинку на втором этаже. Нужно будет еще сплавать, посмотреть, найти эти, как его. Металлолом, чтобы мы смогли с вами построить себе гриль. Так, что у нас лишнее? Давайте пойдемте выложим в доме. Либо в сарайчик, я не знаю.
Как кому придется удобно. Давайте посмотрим. Так, что у нас есть? Мы с тобой консервочку одну кушаем. Ну сюда. Так, погоди, не. Ботиночки. Чпуник, хорошо. Металлолом, червячок. Компоненты оставим. Скотч нам, по-моему, не нужен, да? Шишки. Таблетки, ткань. Так, сюда. Древесный уголь тоже оставим. Потом разберемся. Так, коралловые водоросли. Ага, мы тоже их можем нямать. Прикольно. Так, что у нас по поводу семян? Нет ли семян клубники какой-то? Нету, к сожалению. Так, ладно, давай факел сюда. Дерево оставим, металлолом, ткань. Ткань пусть покамесь побудет. Ну что? Так что нам нужно металлолома, хорошо. А простой ящик? Простой ящик мы можем построить. Отлично. Так, давай сюда. Давай, наверное, мы тебя куда-то... А я не знаю, поместится ли потом тут стеночка. И буду ли я сделать стеночку. И нужна ли нам будет стеночка. Так, давай, наверное, мы тебя сюда поставим. Так, сажать. Сажать. Ага, сажать я не могу, да? Потому что мне нету чем сажать. Ага, у меня и свет закончился. Ладно, давай смотреть, есть ли у нас здесь что-нибудь типа факела. Так, факел есть. Окей. Давай тебя поставим, значит, куда-то... Могу на пол ставить, да, могу. Давай сюда тебя, чпоник. О, отлично. И сюда, чпоник. Ну, ляпута. Что могу сказать? Просто ляпута. Ага, материалы закончились, да? Да, отлично. Пойдемте сплаваем, тогда заберем с вами остатки металлолома. Поставим гриль. И посмотрим, что нам нужно будет еще делать. Так, только если бы я бы еще что-то видел бы, было бы вообще хорошо, да? А где тут машинка была? Бля, игра. Ага, вижу. Плюс-минус вижу. Так, гребешок. Да ты ж... А, напомните мне, сейчас я заберу металлолом, сплавать, посмотреть. Не сплавать, посмотреть, а посмотреть, как мне сделать пустую бутылку, либо пустое ведро, я не знаю. Есть ли тут такое... А, это я замерзаю, да? Вот это вот. Насколько я понял, я замерзаю ночью. Ага, прикольно. Холод. Оставайтесь возле огня. А у нас огня с вами и нету. Ладно, пошли строить. Пошли строить огонь. Но огонь, наверное, мы не будем прям в доме ставить, правильно? Будет как-то не камильфоет, а? Давай посмотрим, где у нас строительство. Так, огненная чаша, факел. Простой огонь. Так, где у нас факел? Так, не то. Не то. А где? А где? Где? Где у нас тут? Так, мешок, шапка, ткань, бинт, топор, ведро для морской воды. А это оно? Или нет? Или это не оно? Давай создать ведро. Давай его сюда. Ласты. Нет, ласты пока нам не надо. А где у нас огонь? Огонь. Так, строительство, еда. Ящик. Инструменты. Хорошо, шины. А я не вижу огонь. Сток факел, огненная чаша. А, вот костер. 6 бревен надо. Сейчас. Не замерзай. 6 бревен надо. Сейчас кострик. Хотя мы уже согрелись. Ну, на всякий пожарный пусть будет. Блин, остров маленький. Вот печально. Если меня не глючит, так сказать. Дай сюда. Вон там. Я не знаю, как показать. Он в той стороне. Вроде остров, да, большой?
И вот вроде остров. Может, куда-то туда потом переселимся, я не знаю. Потом переселимся куда-то в ту сторону. Если получится. А факел, я так понимаю, он будет гореть на постоянной основе, да? Так. Давайте, наверное, я не знаю, что мы можем строить с вами. Уже 8-15 металлолом. Нет, не можем. Ладно, ладно. Так, где ты? Костер, костер. Да не знаю, где костер ставить. Может, тут? На камушке. Просто он здесь мешать будет, реально. А в доме костер ставить тоже как бы не камильфо. Ну, сами согласитесь. Хотя он светить будет нам. Я бы, конечно, не стал бы в деревянном доме ставить костер, но... Ну, раз игра это позволяет делать, значит, у нас пожара, по идее, не будет, правильно? Мы с вами сможем дома согреться. Все. Все, отлично. Да, пусть пока будет так. Ой, чувствую сейчас, как оно... Как пыхнет. Ну, вроде не пыхает. Ну, что я могу сделать? Игра мне позволила... Позволила это сделать, так что... Так, F запомнить, 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 запомнить. Так, заполнили, пошли. Теперь к опреснителю. C, взять бутылку. F, добавить морскую воду. Есть, давай древесину. Отлично. Так, а у нас бутылки нету. Она будет посмотреть потом бутылку. Шикс. Будет посмотреть, как бутылка потом делается. Уник. А, ты что вообще, ля? Выживание идет полным ходом. Блин, а прикольно. Обожаю такие игры. Что-то как-то зеленым светится. Обожаю такие игры, выживать в одиночку. Не люблю, когда, знаете, там на соседней базе какие-то тела живут. И начинают вот это... Рейд. Сломать базу. Не. Я люблю, чтобы все спокойно протекало. Было все хорошо. Так, добавить. Что мы тут можем попить? Ой, как вкусно он все равно. Да ты шо, ладно. Пусть горит, пусть это все горит. Давайте смотреть по поводу строительства. 8 из 15 гриль. 8 из 15 гриль. Хорошо, идемте. Поищем металлолом. Не знаю, если у кого-то есть возможность поиграть в эту игрульку, поиграть. Она реально прикольная. Главное, главное не спешить, главное потихоньку изведывать мир. Строить и смотреть, что тут есть, крица интересного. Но, по идее, на соседних островах должны быть мутанты. А у меня оружия нету. Сомнения, то оружие, чтобы с мутантами драться. Так, вон еще дома какие-то. Блин, может, ласты сделаем? Может, мы будем быстрее как-то с вами плавать? Что нам надо для ласт? Что мы нужны? Нужно нам для ласт? Для ласт нам нужна шкура марлина. Ага. И веревочка. Ну, веревочка-то понятно. Кирка. Ага. Мы можем кирку сделать. Вот, молоток для ремонта. Что нам нужно? Нам нужна веревка. Стой. Ребят, 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 ребята, так, ткань, чпуньк, нам нужна еще ткань, мы с вами построим молоток, и походу мы сможем разбирать наши постройки, правильно я понимаю? Да, отлично, шикарно, спасибо, игра, потому что я там затупил и с лестницами, и со всем остальным, и мне этого не хватало, ну было бы тупо, если бы его... И бы не было этого молоточка. Но хорошо, что у нас хотя бы есть с вами топорик. Так, что там по поводу металлолома? Хватает построить гриль? Да, хватает. Поплыли. Ну, раз мы сможем разбирать с вами постройки,
то мы сможем потом и перестроить, правильно, так как мы захотим, куда мы захотим. А что по поводу семян? Давай посмотрим, что по поводу семян. Как? Так, давай ты, наверное... Что это такое? А, это я замерзаю, понял. Так, семена куста. Давайте посмотрим, что там за куст. Выложим лишнее, если у нас есть лишнее. Лишнего у нас нету, да? Так, бензин нам не нужен, нам нужны грибочки. Мы сейчас будем на гриле с вами жарить. Идемте. Тихо, стоять. А, нормально. Давайте посмотрим, как оно... Ну, давай, 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 давай. Как оно будет... Так, юшка, сажать. Ага, отлично. И шо? Это типа растер, да? Блин, а я думал тут клубнику посадить. А если я когда кушаю клубнику, я типа собираю семена или... Или нет? Так. Да. Да. Так. Напомните мне построить еще одну штуку для клубники. Но перед этим нужно построить с вами гриль. Гриль мы поставим, наверное, с вами куда-то вот сюда. А потом его перенесем. Так, чпуньк. И давай смотреть по поводу обычной кроватки. Сколько это мне будет стоить? Так, простая кровать. Ткань 3 штучки. А я потратил, да? Да, простой диванчик, простая кровать. Блин, мне нужна ткань. Такая, не знаю, где ее взять. Ну ладно. Так, что по поводу гриля? Можем гребешки, можем пожарить с вами грибочки. Давай, наверное, гребешки. Так, что-то готово добавить. Огонь. Бум. И что, серьезно, я по одному гребешку буду это все жарить? Ты издеваешься? Ладно, давай, наверное, клубнику мы пока вернем сюда. Семена сюда. Шишечки сюда. Грибочки тоже пока нам не нужны. Металлолом. Ладно, гребешок. Давай, ткань. Веревку. А веревка мне нужна была для молоточка, да, надо не забыть. Компоненты. Компоненты, я думаю, в принципе, нам тоже пока не нужны, правильно? Не нужны же нам компоненты. Не, на компоненты нам не нужны. Так. А, ты еще не готов, да? Гребешок еще не готов. Так, две водички у нас есть из пяти, правильно понимаю? Так, а здесь потушить тебя никак нельзя. Ну и ладушки. Так, сможем ли мы построить с вами еще одну ткань? Блин, а ткани нету у нас. Ладно, давай попробуем сплавать сюда, посмотреть, что у нас тут есть. А можно нырнуть? О, шикарно. Но это мы, по-моему, да, древесину добываем. О, ткань. Ткань, отлично. Обыскать. Можно мне... Ой, еще ткань. Да, мы сейчас с вами построим еще грядку. Построим с вами еще молоточек. И как раз проверим, как оно все работает. Если получится, конечно. Так, давай смотреть. Мне нужна веревка. Это во-первых. Веревка у нас находится здесь. Создать есть. Все, отлично. Дай мне молоток. А, веревку я выложил. Мне нужно еще дерево. Это не дерево, а у нас дерево закончилось. Блин. Блин. Придется вырубать последнюю деревяшечку. Вырубать последнюю деревяшечку и плавать, наверное, потом смотреть. Плавать, потом смотреть, если тут где-то дерево. Ага, вот еще клубника, палочки. Я просто не знаю, работают ли эти палочки как дерево, или это просто как... Типа в огонь добавляется. Так. Что у нас по поводу инвентаря? 13-20, хорошо. Давай посмотрим по поводу молотка. Так, где у нас тут веревка? Веревка у нас вот тут. Давай смотреть. Молоточек дай сюда. Создать. Отлично. На троечку, да, у нас он? Да. Так, разрушить. Окей, разрушить. Разрушить, разрушить, да? Да.
А если мы с вами костер разрушим, давай посмотрим, сколько у нас. 13 и 8. Так, 21. Так. Уверен, что хотите снести костер. Хорошо. 21, 4 добавилось только. Так, и эту лестницу. Все, отлично. А мы сможем подняться? Да, сможем подняться. Все, пусти меня. Шикарно, что могу сказать? Шикарно, вроде даже какие-то эти... Там взять еду, жареный гребешок. Да? Ой, как ему нравится, как оно вкусно. У нас уголь. Уголь нам пока не нужен. Я понимаю, уголь нам для чего-то пригодится. Отлично, давай червяк, давай сюда. И давай построим с вами, пойдем этот, как его, для клубники выращивать. Ну, давай. Ну, не бойся, давай. Все, куст растет. Какой-то куст у нас с вами растет. Давай строить сюда. Вот так близко ж можно тебе поставить, правильно? Ты ж не будешь против. Во, не будешь. Отлично. Сажать. Все, у нас с вами теперь клубничка есть. Так, ты что, я вот так полностью все засажу. И будет отлично. Надеюсь, что с этого куста мы с вами получим потом древесину. Так, давайте смотреть, что еще нам, в принципе, нужно. Нам нужна удочка будет с вами. О, одежда. Хорошо. Хоть и в трусиках, зато в кофточке. Отлично. Так, факел, удочка, ласты, ведро, мешок. Так, мешок нужно будет по-любому сделать. Кирка. Для добычи рута, ага. Строительство. Ну, гриль. Это мы с вами построили. Домик у нас, в принципе, какой-никакой есть. Нужно будет так, компоненты, металлолом, исследовательский стол, посмотреть, что там будет. Ну, наверное, это уже будет в следующей, да, серии. Что у нас тут? Простую кровать надо будет. Я не знаю по поводу кровати. Она типа у нас работает как возрождалка или типа как сохранялка. Ну, то есть в плане, смогу ли я возродиться, либо мне для этого кровать нужна. Или да, или нет, или как говорится, ответ. Так, что у нас тут? Есть что-то интересное? Ага, ничего. Так, успеем залутать? Давай. Так, компоненты, металлолом, хорошо. Но нам нужна ткань вроде, если я не ошибаюсь. Давай, родной, давай, греби. Не, все хорошо, все. Фу, отлично. Блин, надеюсь, здесь нету зимы, потому что мы с вами постоянно замерзаем. Костер я разрушил. Ну, надо было же проверить, правильно? Как оно все работает. Так, металлолом. Есть ли у нас тут еще рядом какие-то построечки? Давайте проплывем, посмотрим. И будем, наверное, заканчивать первую серию. Как вам игрулька? Вроде бы прикольная. Вроде бы можно, да, поплавать, поисследовать. Построить огромную базу. Тут вроде даже оружие можно себе делать, чтобы воевать потом с монстрами. Охотиться будем потом на рыбок. У нас здесь копье нет, у нас только удочка. Это жалко. Значит, на этих марлинов нельзя будет, да, охотиться. Шпуник, компоненты, металлолом, ага. Прикольно. Так, секунду, что там по поводу... Да, 40 минут как раз серия идет. Думаю, как раз под чаек... Будет отлично. Сейчас еще это залутаем. Так, что за звуки? Надеюсь, на меня рыбки не нападут. Но, обыскать. Стекло. Ткань, металлолом. Угу, даже звук для стекла сделаю. Ой, я задыхаюсь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, фу-фу. Не-не-не-не, обмануешь, обмануешь. Все-все-все-все-все. Ой, хорошо. Так, погоди, где мой домик? А, мой домик там. Мой домик там находится. Так, если у тебя что-то интересное, ну, могу ли я тебя разобрать? Угу. Разобрать тебя не могу. Ну и... Ага, снизу что-то есть. Сейчас нырнем. Сейчас наберем воздуха и нырнем. Посмотрим. Так, ты кто у нас? Ты у нас просто для красоты, да? А у тебя здесь у нас металлолом. Блин, металлолома, конечно, у нас много, но мне ткань нужна. Ну ладно. Так, в следующей серии, наверное, мы с вами попробуем поплыть на какой-то из этих островов один. Сплавать, посмотреть, что у нас там будет происходить. И потом разберемся. Хочу построить себе, это как его, верстак. Верстак мне нужен по-любому. Блин, надеюсь, эти палочки... Кто ты? Дай ста. Дай. А ты шо, мясо краба, сейчас как понямаю, иди сюда. Давайте поставим жариться мясо краба. Так, добавить. Все, отлично. А кровать такую я так и не могу, да? А нет, простая кровать могу. Могу, ребятушки. Давайте, наверное, поставлю простую кроватку. Мало ли, может, нам придется с вами возрождаться, потому что нас там будет ждать панты. Так, спать. Еще не время спать, оно. Ага, то есть мы можем спать. Так, взять еду, отлично. Сможем с вами спать, чтобы ночь пропускать. Ну и отлично. Ну все, в принципе, я думаю, давайте, наверное, на этом мы серию с вами закончим. Только сейчас дайте я попью. Ой, как вкусно. Давайте я попью. Так. Снимаю крабика. И будем, как говорится, ложиться отдыхать. И ждать утра. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, как вам игрулька. И как бы все. Всем пока-пока. И до потом.